В актовом зале Института управления экономики и финансов прошла торжественная церемония чествования врачей и медицинских работников Казанского федерального университета. Смотрим. Сегодня врачи – настоящие герои нашего времени. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей. Свой вклад в общее дело вносят и сотрудники униклиники Казанского университета. Поздравляя медперсонал, ректор Ильшат Гафуров поделился личной историей благодарности врачам. Моя мама всю жизнь проработала в Центральной районной больнице. Еще ребенком, раз переступив порог больницы, поликлиники, ты вот этот запах в поликлинике запоминаешь на всю жизнь и запоминаешь тот факт, что без медицинского работника в белом халате человек не может прожить свою жизнь, поскольку вы нас сопровождаете с момента нашего рождения до ухода в последний путь. Здоровье человека, забота о людях – это важнейшая ценность государства. И я очень надеюсь, предстоящие в течение, возможно, в самом большем времени, в течение 10 лет, система здравоохранения России будет совершенно другая. Пандемия новой коронавирусной инфекции бросила вызов всей российской медицине. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. А переподготовку и обучение для борьбы с COVID-19 прошли 1,5 миллиона врачей и медсестер. Но несмотря на все меры предосторожности, многие медики становились жертвами коронавируса. В своей речи министр здравоохранения Татарстана поблагодарил коллег за проявленные личные и профессиональные качества. Этот год, 1,5 года показывает всем нам, что мы работаем на передовой этой войны, войны с этим опасным, хитрым, серьезным соперником. Но я уверен, что победа будет за нами. Благодарю за ваше мужество и самоотверженность, за ваше терпение, за ваше милосердие. Когда мы едины, мы просто непобедимы. Во время мероприятия состоялась церемония награждения 295 сотрудников униклиники благодарственными письмами от Государственного совета Республики Татарстан и другими наградами. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.